собраться вот через 30 лет. Гриша волнуется. Через 30 лет в таком вообще большом составе. И вот я бы хотел пожелать, что еще через 30 лет этот состав бы не изменился. Гриш, ну пару слов о себе, там, коротенько, конечно. Какой это будет год? Я работаю на самом деле по специальности. Так что я не знаю. Ты не работаешь! Ты единственный из нас попался в экономисты, а теперь работаешь! Гриш, продолжай. Ну что? А тост? Ну, наливай пей. Я хотел бы выпить за то, чтобы вот через 30 лет был бы такой состав без потерь. Ура! Да не получится! Поддерживается. Хорош жизнь на четырех!